День народного единства отмечается в нашей стране с 2005 года. Праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Эта победа стала образцом героизма и сплоченности всего народа. Этот праздник символизирует единение всего народа Крыма, народа Российской Федерации. И самое главное, если мы вернемся в историю, это праздник символизирует, что только объединив усилия всего народа, можно достичь чего-то. 4 ноября тысячи гостей и жителей Крыма собрались на празднование Дня народного единства на площади Ленина в Симферополе. Сегодня на полуострове проживают представители более 170 национальностей, поэтому Крым является ярким примером дружбы народов. И мы именно в Крыму показываем всему миру, как можно вот с таким обилием народов и национальностей мирно жить, как можно уважать друг друга традиции, как можно понимать друг друга и как можно стремиться к миру и взаимопомощи. Я думаю, наши студенты и все, кто здесь приглашен, это яркое подтверждение, что в мире всегда есть пример наш Крым. И мы всегда будем рады показать, что мы гостеприимны и рады всему миру. Крымский федеральный университет имени Вернадского – самое крупное учебное заведение на полуострове, в котором обучается более 30 тысяч студентов. Из них более 2500 представители других стран. Наш университет сегодня в своей полной палитре представлен на данном празднике. Сегодня мы видим, что на площади, центральной площади Симферополя будет много разных интерактивных развлекательных площадок. И действительно, на мой взгляд, очень важно сегодня нам показать наше общее единство – единство под флагом нашей великой страны. Студенты разных структурных подразделений и филиалов Крымского федерального университета с удовольствием приняли участие в торжестве. Они отметили, что День народного единства – важный праздник, историю которого надо знать. История этого праздника приходит со времен той смуты, которая была до 1613 года, когда польский князь Сигизмунд и остальные хотели завладеть Россией. Так вот, народ собрался, воссоединился во главе с князем Пожарским и Мининым, и они сумели все народы сплотиться и свергнуть поляков с земли русской. День единства – это государственный праздник Российской Федерации. Он отмечается уже не первый год у нас в республике. И мы приходим сюда для того, чтобы объединить все народы нашей республики, чтобы получить как можно больше эмоций, драйва и показать, что в Крыму единая молодежь, единый народ и мы едины. На сегодняшний день среди иностранных студентов КФУ лидируют граждане Индии, Китайской Народной Республики, Индонезии и Пакистана. Наибольшее число студентов из других стран обучается в медицинской академии имени Георгиевского. Мы все пришли сегодня от организации волонтеров-медиков и от всего КФУ поздравить всех с этим праздником, потому что я считаю, наша организация считает, мы едины, сила в единстве, что праздник этот, это, можно сказать, наше светлое будущее, Крым многонационален, и всем с праздником, всем удачи. Я очень рада, что мы собрались на этот праздник, это очень замечательно, он нас всех объединяет. Здесь много говорится об единстве, о том, что Крым многонационален, это очень круто. Я хочу поздравить всех, кто присутствовал сегодня на этом празднике. Мы сегодня пришли в центр, чтобы общаться с другими, познакомиться с другими студентами из других университетов. В программу мероприятия, посвященного Дню народного единства, вошли разнообразные площадки, молодежный флешмоб и праздничный концерт.